Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor X6A, и сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для начала нам нужно отключить наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. Держим так до появления логотипа. И таким образом мы попадаем в режим Recovery. На этом всем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.